Интерактивные классы с современными лабораториями, коптеры и самые новые гаджеты. Новая стратегия системы развития образования подразумевает, эти технологии должны быть внедрены в каждой школе, как в городе, так и в глубинке. Как еще сделать так, чтобы уроки пропускать точно не хотелось? Что должно быть в стенах школы и на ее территории? Решающее слово за самими учениками. Не случайно, ведь все преобразования в первую очередь для них. Сегодняшних школьников, завтрашних студентов и послезавтра уже активных участников всех экономических процессов, сегодняшних студентов, вчерашних школьников, которые еще не забыли, как там в школе, которые уже здорово понимают, как сегодня в ВУЗе, и которые уже видят, как они бы хотели. В ходе дискуссии ребята примерили на себя разные роли, в том числе педагогов. Обсудили и вопросы здоровья сбережения. Важно, чтобы работали различные секции, были возможности для спорта и отдыха. В моем понимании, наилучшая школа – это там, где будут работать хорошие учителя, которые будут слушать своих детей, помогать им. Чтобы были выездные уроки, например, историю, мы бы учили не просто по учебнику, а по нашим достопримечательностям, историческим, каким-то культурным ценностям, приобщались вот именно вот так, через экскурсии. Я бы, наверное, даже больше учила, наверное, историю, если бы такой формат был. Самые интересные предложения школьников включат в единый документ. Перспективная задача – создать образовательную среду, в которой каждый курянин сможет стать успешным и самодостаточным. Виктория Шуваева, Роман Федорков. События дня.